Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». С вами Ольга Алексеева. В наступающем 2020 году клинике доктора Шумакова исполняется 20 лет. За это время в клинике сложилась настоящая команда профессионалов, способных справиться с любой задачей. Чего удалось добиться за это время и в каком направлении будут развиваться дальше, нам расскажет основатель клиники Анатолий Шумаков. Анатолий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вашей клинике исполняется 20 лет. Что за это время вам удалось сделать? Ну, нам удалось очень многое. Во-первых, создано очень много оригинальных методик лечения позвоночника, суставов, внутренних органов. Во-вторых, создана хорошая такая материальная база. Потому что мы лечим не только там руками, но и у нас есть специальная аппаратура для лечения позвоночника. И нам накоплен большой опыт. Потому что 20 лет, как бы, когда ты изо дня в день, там, по 10, по 15 человек принимаешь, лечишь, размышляешь над тем, как ты это делаешь. И это дает большой результат. Какие самые сложные случаи вы можете вспомнить? Я знаю, что вы даже самых безнадежных пациентов принимаете. Так ли это? Ну, безнадежных много бывает. Бывают какие-то непонятные, бывают какие-то те, от кого там остальные там специалисты отказались. Но в основном, основной костяк наших пациентов – это пациенты с межпозвонковой грыжей. Да? Которым была там назначена операция, там грыжа там 10-12 миллиметров. Ты с ним работаешь и смотришь там через год, через полтора снимки и видишь, что грыжа уменьшилась. Уменьшилась там в два раза или там в три раза. Потом сейчас очень много пациентов приходит с проблемами суставов. У кого-то это колено, у кого-то это тазобедренный сустав, и им тоже там назначена операция, ты начинаешь работать, и ты справляешься с проблемой, и операция уже человеку не нужна. Кроме этого, мы очень много занимаемся с детьми, причем самого разного возраста, начиная от грудных детей и кончая там, ну, подростковый возраст, любой возраст. И дети идут, если грудной возраст – это с родовыми травмами. Если чуть постарше, то это дети, которые, например, у них идет задержка в нервно-психическом развитии. То есть ребенок там 3,5 года, а он не разговаривает. Или 2 года, а он не ходит. Тут вы тоже можете помочь. Да, то есть наши методики лечения, они помогают в этих случаях очень хорошо. Потом дальше ребенок становится более старше, он идет там, например, уже в первый класс, и дети этого возраста к нам обращаются с головными болями, с дефицитом внимания. Сейчас такой очень такой интересный диагноз. Понятие, это дефицит внимания. Когда, внимание чего? Родителей. Когда ребенок смотрит в книгу и не понимает, что там написано, или он сидит на уроках и не воспринимает информацию, не из-за того, что он ленивый, а из-за того, что у него нарушено нормальное кровоснабжение мозга. Ну, это как интернет, то есть нет нормального трафика, то есть притока крови, нормального оттока крови. И когда ты начинаешь работать с шеей, с головой, да, с костями черепа, ты восстанавливаешь вот этот кровоток, и дети начинают лучше учиться. Они лучше воспринимают информацию, они лучше потом учатся. Говорят, есть гиперактивные дети, с этим тоже вы справляетесь? Это тоже наши пациенты. Гиперактивность, она связана с перевозбуждением коры головного мозга. Кора головного мозга, она перевозбуждается от внутричерепного давления. Мы с этим работаем, и тоже ребенок буквально меняется в ходе одного-двух курсов лечения. Следующий возраст, с которыми дети, это можно прямо по возрастам, это дети со сколиозами. В период полового созревания начинается бурный рост позвоночника. Если, например, у ребенка перекошен таз, он упал где-нибудь, да, там таз перекосил, разная длина ног. И это приводит к образованию дуги, к искривлению позвоночника. Плюс много детей приходит с сутулостью, то, что называется кифозом медицины. Тоже это все наши дети. Дальше уже с грыжами приходят. Уже возрастные изменения. И вплоть до глубокой старости, потому что к нам приходят и пожилые люди. У меня, скажем, самый такой возрастной пациент – это 93 года. У моих докторов кто-то был 97 лет. А аппарат?
аппаратная у вас какая методика? У нас есть несколько разных аппаратов, которые помогают в лечении позвоночника. Лет 15 мы уже применяем вытяжение позвоночника на американском аппарате. Это подводное, нет? Нет, это сухое. А-а-а. Лет 5 мы уже применяем подводное вытяжение позвоночника. У нас эти аппараты, они, наверное, единственные в республике, которые позволяют вытяжку делать в воде. Да? И рост можно увеличить, да? Рост увеличивается у детей. У детей подросткового возраста, у детей старшего возраста. Дети после курса лечения сантиметров на 10-12 бывает вырастают. То есть даже такое торможение идет, да, когда они правят? Даже те, у которых родители невысокие. Все зависит от того, с какого возраста ты начал с ним работать. Потому что у нас позвоночнике есть ростковые зоны, и когда ты массируешь, когда ты их стимулируешь, там улучшается кровоснабжение этих ростковых зон и начинает лучше расти скелет. Удивительно даже кажется, как-то не верится, но очень даже, мне кажется, полезно. Это все полезно, и это работает, и мы, там, например, меришь до лечения и рост, и меришь в конце лечения. Уже как бы даже уже на 10 сеансах сантиметр-два прибавляется. А потом уже после вот этой стимуляции роста идет уже дальнейший рост. Как можно попасть к вам на прием? Непосредственно, если, например, к вам можно записаться? Конечно, можно. Просто звонят по телефону клиники и записываются на консультацию. Вы за любые, за самые сложные беретесь или за любые? Ну, у меня в основном, конечно, сложные. Сложные, непонятные. В нашу клинику приезжает очень много приезжих с разных регионов, других приезжает из-за границы на лечение. Но у меня основное пациенты, это, конечно, не из нашей республики. Как-то это вот разносится, то, что вот мы занимаемся такими проблемами и хорошо лечим, и к нам приезжают. Какие направления вы наметили на, вот, на ближайшие еще 10 лет, возможно? Есть какие-то? Вы знаете, я как бы постоянно учусь, я постоянно осваиваю новые методики. Сейчас очень много интересных западных методик, подходов, да, там, например, остеопатия. Да? Вот. И осваивая их, ты рождаешь какие-то новые методики, новые подходы непосредственно к лечению человека, и это помогает в его лечении. Это первое. Второе, мы сейчас очень активно развиваем кинезиотерапию. Это лечение с помощью движения. Это похоже на лечебную физкультуру, когда инструктор помогает человеку освоить свое тело, укрепить мышцы. И это как бы получается лечение более полное. Плюс, конечно, с каждым годом много-много разных методов. То даже как мы лечили там 3 года назад, 5 лет назад, оно отличается от того, что делаем мы сейчас. Что ж, удачи вам в ваших начинаниях. Скоро вот Новый год уже, да, осталось немного времени. Я знаю, что вы приготовили какие-то скидки для своих пациентов. Расскажите об этом. У нас есть традиционные скидки, да, у нас есть подарочный сертификат с 15% скидкой. Они будут продаваться с 23 декабря по 30, только неделю. То есть человек может купить себе сертификат или своим родственникам для того, чтобы человек в следующем году мог пройти лечение на любую сумму. Мы уже работаем с 3 января. Да? С новыми силами. С новыми силами. Как правило, очень много людей, которые желают на новогодние каникулы. Свободное время, да. Восстановить свое здоровье. И поэтому нужно записываться заранее. Спасибо вам большое за беседу. Приходите к нам еще. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». С вами была Ольга Алексеева. Хорошего вам здоровья. До свидания. Thank you.